Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок на нашей китайке. Я вам уже показывал первую серию, как я ролил талантики, и сейчас я буду это продолжать. Поехали, будем тыкать, что кому попало, и смотреть, может, нам повезет и вытащим все-таки новый талант. Так, у меня тут разбросик на смене. Конечно, разброс — офигенная вещь. Даже не знаю, кому его сейчас поставить. Вариантов очень много. Именно для пвпшных героев неплохо будет заходить. Там понижение вражеских героев. Так, тут урника. Понятно. Бигфу. Тут разброс уже есть. Тут я, кстати, восьмерку вкачал ради интереса, 115%. Так. У нас тут такой с ПВП героев. Давайте сюда разброс поставим. Пусть будет так. Давайте смены переролим. Они, по сути, тоже не нужны. Может, опять получим новый талантик и посмотрим уже, как он там действует. Так, ну это не Нуна, не Нуна. Только это. У, раскол, нифига себе. С карты раскол выбил. А его тоже, по сути, некому ставить. Но мне все-таки получше вроде как. Ну, это надо будет опять же дотестить все до конца. Так, замедление губа. Там у нас еще для архидемона такой используется. Интересный. Сердцеедка. Замедление. Бастион недокачанный. Я вместо баста пока поставлю. Буду тестировать на новом архидемоне. Так. Исцеление. Опять разброс. Так, ну может попробовать на черепе, я уже поставил. На тассу тоже, по-моему, ставил. ПВПшных героев, чтобы забирали энергию. Людей жалко. Одержимый. Давайте, все равно этот можно и нафиг не нужен. Делаем с разбросом, может когда-то пригодится. Я вряд ли буду одержимого использовать по провокациях, но а вдруг. Так, окей, ну поехали, ребят, 50 коробок и 5 разброс. Так, тут разброс есть. Давайте тут вместо... Даже не знаю, кому ставить его. Но по сути будет очень интересно. Так, ярость, по-моему, или приговор не надо. Гнев тоже не нужен. Эх, не нужен. Так, это, по-моему, ярость. Вот это надо. А мы поставим на того, кого будем качать скоро. А качать мы скоро будем. Вот, давайте. Поехали дальше. Утекаха. Утекаха пока сейчас тоже не нужна. Бух войны. У меня на аккаунте хватает буха войны. Ну что, дайте новый талант потестить. Так, опять ожог. Пропускаем. Блин, столько талантов убивается. Видите, походу он какие многие таланты очень редко будет падать.
Ремка. Ремка — это, конечно, весело уже. То чувство, когда раньше сливал ремку, а сейчас задумываешься над тем, что ее стоит кому-то все-таки поставить. Так, в принципе, можно и сюда поставить. Думаю, будет актуально. Так, поехали дальше. Как видите, я полностью перекачиваю героев сейчас. Так. Жила там тоже что-то, по-моему, дает. Сейчас я гляну. One moment. Так. Два раза воскреси с восстановлением 70 очков жизни, ребят. Ну как вам такой прикол? Однозначно дерево. Кому теперь еще ставить? Два раза, чтобы резнулся. Вот теперь, блин, вот теперь очень много вопросов. Кому будет очень актуально? Огнекрылу, как вариант, кстати. Порочный пакт. Жевание. Замедление. И раскол. Сейчас я гляну, что у меня по расколу. И поставим. Раскола хватает. Ставим на урника. Мы ему будем очень скоро это качать. И попробуем то же самое, думаю, на фрайке. Это будет реально жесть, ребят. Я думаю, что это будет очень жестоко. Два раза по 70 воскресать будут. И посмотрим. Кто еще как вариант? Напишите в комментах, кого вы еще хотите увидеть. Но это будет реально очень жестко. Пока рун нету, но поставим пока это. 9 рун, я думаю, сделать будет не так уж и просто. Так, просвет еще один. Так, ищем, кому будем качать. Очень быстро и скоро. Думаю. И черепа. Так, совушка нам не нужна. Блин, а вот насчет живы я, кстати, задумался. Реально будет очень круто некоторым героям. Отражалки, честно говоря, ну такое себе. Отражалки будет интересно собрать рунами даже. Каменка, по сути, фигня. Корка интересная, но опять же, рунами лучше собрать. Так, что-то говня на меня падает, на черепа. Как видите, о, опять просвет. Да что ты такое сделаешь-то, а? Так, рунин есть. Видите, сливаю очень много таланта, потому что приходится просто не то, что я зажрался, но просто приходится менять все и будем это все тестировать. Ремка опять. Так, опять у нас ремка, да. Блин, да фихи знает, кому эту ремку ставить уже. Ну, Анубиса попробовать.
принципе, Анубис восьмой ремкой. Духнуть. Возрождаться с уроном. Давайте ради интереса. Почему бы и нет? У меня был Анубис еще один. Нафига ему тут каменка? Жесть, короче. Ждите кучу обзоров и героев новых. Ой, я живу опять. Так, ну блин, попробовать Фрея. Два раза будет резаться. Думаю, будет реально круто. Но опять же, пока я девятку прокачаю, судя по всему, это будет очень не скоро. Махатму и текание поставить рунами тоже будет круто смотреться. Атланту даже тому же самому два раза рез. Не добежал, ожил еще раз. Так. Даже, честно говоря, не знаю. Огник есть. Еще одну фрей пробовать. Как вариант. Купидону, кстати. Интересно будет на купе посмотреть. Замедление ему сейчас по сути нафиг не надо, а вот живо в дальнейшем ему будет очень-очень интересно. Хотя, пока никуда спешить тоже. Вот видите, какой трудный выбор теперь, кому что качать. Давайте вольту поставим, баст все равно не прокачанный. Уже думаю, будет интересно. Но новый талант просто тупо не падает. Даже такие редкие таланты, как видите. Будем еще пробовать, но, блин, Unreal как-то. Надо аккаунт будет докачать. Ой. Так. Еще один просвет. Просвет — это хорошо. Это очень хорошо. Мне героям надо дофига качать, поэтому просвет мне очень-очень нужен. Так. Что у нас тут следующий на прокачку? Шапка с БВшкой нафиг не нужна. Один хрон. Бастион. Смысла нету кому-то ставить Берс. То же самое. Бог войны, в принципе, на девятку. Для бездона бог войны, кстати, будет очень-очень неплохой вариант. Конечно, если же он соберет максимум. Вот и все. Ну что, на сегодня мы потратили все коробки. Как видите, талант нифига не падает новый. Я его был там на роллинге вытащил. Шалка не затестил. Ждите следующих видосов, пишите комменты, что вы думаете по поводу талантов, какие таланты на ком вы хотите увидеть. Подписывайтесь, лайки, репосты. Всем удачи, всем пока.